вот сегодня в плане покатушек, вот километр накатываю на обкатку нового мотоцикла. Вот почти прямо под Минском обнаружил вот такой вот военный заброшенный объект. Честно говоря, вот тут рядом совсем слышно дорогу. Но я по этой дороге, наверное, лет 20 езжу. Никогда не задумывался, что здесь вообще может быть что-то интересное для покатушек на мотоцикле. Оказывается, вот буквально тут 25 километров от Минска. Какой-то то ли полигончик заброшенный, когда-то часть стояла. Ну, стыду своему даже не знаю, что здесь была за часть, что здесь было. Но в плане немножко покататься, потренироваться очень даже. Ну вот вижу характерную примету времени. Лишние рельсы отсюда уже сократили. Все-таки металлолом вещь великая. Точнее, желание заработать денег. Вот там, где вагоны стоят, те снять не смогли, естественно. А так все уже прибрали к рукам и сдали на металлолом. Такую вот былую мощь советской армии. Остатки то ли грузовика, да, похоже, Кунг от 66-го. И вот под ногами была еще одна веточка, тупичок. Но здесь уже от рельсов воспоминаний не осталось. Уже и шпалы заросли. Ну что самое интересное, что здесь рядом еще абсолютно действующая часть. Тут вот буквально 10 минут назад слышал, как там бодренько маршировали. И песенки кричали на всю округу. Но, видимо, уже в нынешнюю боевую подготовку. Подготовка на таких полигонах уже, видимо, не вкладывается. Что-то, видимо, что-то в армии, видимо, не то. Попроще стало, тияк. Не знаю. Нет, ну насчет чего-то не смогли, я все-таки погорячился. Наш народ, в общем-то, все-таки непобедим, как говорил Задорнов. Не сняли только то, что где конкретно стоит сам вагон, сама цистерна. Ну, здесь такая, как видели, такая площадочка достаточно удобная, что можно подъехать, видимо, с саком, со сварочным аппаратом. То есть даже в порыве страсти, что ребята вон срезали и рельсы, и даже пытались вон спилить цистерну. Вот.
То есть даже уже крепление цистерны порезали резаком, но дальше видно, что-то не заладилось. Вон так резачком прошли. Хорошо ребята постарались, очень денег хотелось. И здесь также вон, прямо под колесики, рельсы отпилили. То же самое с той стороны. Ну да, действительно, что этот народ непобедим. Ну и железо ж также, это ж хороший кусок работы был. Вот такой проем в цистерне выпилить. Хорошо ребята постарались. Ну что, до второй, видимо, там до дальней не добрались, что туда, видно, подъехать не смогли с саком. Что здесь подъезд хороший, а тогда, видимо, подъехать не сумели. Ай, я тащусь.